Давайте нашу розмову розпочнемо із новини про те, що ГУР та ССО уразили нафтобазу у Ростовській області. Удар нанесли по резервуарах нафтобази. Пожежа станом на зараз триває, деталі уточнюються. І відомо, що цей об'єкт є частиною російського ВПК та бере безпосередню участь у забезпеченні російських окупаційних військ. Романе Григоровичу, ви не сказали про те, що знищення нафтобази – це добре, але було б краще, якби це був саме так от НПЗ. Я вірно вас розумію? Ну, так и есть. Уничтожение сначала добычи, потом переработки, а потом мест хранения. Степ-бай-степ. До добычи мы не доберемся пока, по крайней мере, ну, далековато. А вот переброска и переработка, ну, НПЗ мы можем добраться, не перерабатывающие заводы. Именно они наполняют бочки. То есть дальше, естественно, топливо идет в места хранения. Разного уровня они могут быть. Это и нефтебазы, это и железнодорожные составы, это в движении, то есть логистика передвижения, это и механизмы переброски продуктопроводами, то есть там целый процесс. Так вот, если уничтожить бочки, но оставить НПЗ, то процесс он не остановится. То есть НПЗ, нефтеперерабатывающий завод, будет непосредственно отгружать, допустим, в сцепки железнодорожных цистерн, заливаться и уходить будет непосредственно сразу потребителю дизель, авиационный керосин. То есть не сломается сама система. Оптимально бить сначала по... Ну, оптимально это если бить сначала по добыче или по транспортировке нефти. Вот я не просто так говорю про Унечу. А для того, чтобы Мозырский нефтеперерабатывающий завод не смог производить дизель и авиационный керосин в Беларуси, а потом наполнять бочки, ну, бочки, это имеется в виду цистерны на нефтебазах, так уничтожить надо систему хотя бы транспортировки. В Унечи большая, рядом с Унечью, село Высокое, большая станция по перекачке, там ЛПДС, так называемая Унеча, диспетчерская станция. Вот уничтожение сначала этого, потом нефтеперерабатывающих заводов, потом, естественно, бочек. Если НПЗ не уничтожить или механизм транспортировки, топливо все равно будет транспортироваться, перерабатываться и поставляться в войска. А вот уже бочки, лучше бочками заниматься уже потом. Но я так понимаю, что принято определенное решение нашим командованием. У них своя, видно, логика, они как-то видят ее по-другому, может быть, исходя из количество сил, средств, которые у нас есть, то есть недостаток, по крайней мере, тех дронов, которые нужны, допустим, для уничтожения сначала заводов, потом бочек, бьют сначала по бочкам. Ну, хотя бы так, то есть тут вопросов нет. А здесь же все видится тогда, когда знаешь точно, сколько есть сил, средств для поражения, выделенных сил, средств для выполнения боевой задачи. Ну, пусть так. Но это косвенно говорит о том, что у нас недостаток дронов. А если было достаточное количество дронов, начинали, конечно, тогда с нефтеперерабатывающих заводов. Це не єдина атака. Також відомо про те, що безпілотники вдарили по нафтобазі у Котельничах Кіровської області, і це за 1150 кілометрів. Ось ця дальність, знову ж таки, вона про що свідчить, про які наші можливості. Але, Роман Григорович, це ще не всі новини. Також відомо про те, що на Рязанській електростанції також виникла пожежа, а перед цим місцеві чули там вибух. Поки що більше деталей немає. Як ви вважаєте, а там що могло статися? Ну, до нее мы также достанем. У нас беспилотники ходят, ну, последний беспилотник 1850 километров. То есть, а это по прямой, это значит, беспилотник по прямой не идет, он идет обязательно ломаным маршрутом. То есть, у нас беспилотники могут проходить, ну, уже видно, около 2000 километров. Потому боевой радиус наших беспилотников достает до Урала. Мы видели по Омску, кстати, даже, до Омска, вернее, до Орска, мы по Орску били, там 1800 километров, Омск чуть дальше, там больше 2000 километров. Но, тем не менее, выполняются эти задачи нашими беспилотниками. Я думаю, решают спецслужбы, силы спецоперации, Главное управление разведки, Служба безопасности Украины. У них есть определенный график выполнения боевых задач, и в этот график сейчас поставлены в том числе гидроэлектростанции, то есть ГРЭСы. После масштабной атаки по украинской генерации и энергораспределению, я думаю, никто у нас не спросит, а почему мы начинаем уничтожать российскую генерацию и российское энергораспределение. То есть здесь как минимум зеркальный ответ. Вопрос в количестве сил и средств. Ну, виден действительно недостаток. Пока не видно того миллиона дронов,
о котором мы постоянно слышали в первое полугодие, как минимум. Как только на второе полугодие ушли, все поняли, что миллионов дронов в этом году уже не будет. Потому исходя из наличия, выполняются определенные задачи. Скорее всего, еще подключаются и местные силы сопротивления, понимая, что нам важно, допустим, на данный момент вырубить российскую экономику. И российская экономика в основном она висит на углеводородке, на металлургии, на энергетике российской. Потому вот это основные три направления, которые надо уничтожать. Вот они по очереди уничтожаются. Нам бы, конечно, хотелось масштабирования, но вот упираемся пока в средства поражения. Скажіть, будь ласка, знищення російської генерації, ну, тобто так, енергетичних об'єктів, це може зупинити Путіна, перестати бити по наших енергооб'єктах? Нет, не получится. Почему? Потому что все-таки Россия, ну, 10 тысяч километров с края в край. Там большое количество генерации, то есть полностью мы вырубить его ее не сможем. Ну да, вырубим, допустим, там, ну, до Волги, это возможно, в принципе, то есть по Волге как-то выключим, но опять же, да, дальше не получится. То есть Урал за Уралом, ну, мы туда просто не достанем. Слишком много, особенно там основные гидроэлектростанции находятся. Атомная часть есть, да, в трансграничной, начиная от Ростовской атомной, заканчивая тоже Курской атомной, еще там несколько атомных станций есть до Урала. А основная все-таки генерация у россиян за Уралом, мы до нее не достанем. Потому я думаю, у нас этого не получится полностью выключить, потому это не остановит Путина. Нам надо понимать, что удары по нашей генерации, кроме атомной, скорее всего, он будет бояться бить по атомной станции, потому что если мы начнем работать по ядерным реактором в России, там российская часть Европы, ну, на несколько тысяч лет будет безжизненная. Это вернутся обратно болота и боевые комары. Причем после радиации там уже будут, наверное, целые Ил-76 летать. Ну, уровень примерно Ил-76, комары такие будут носиться. Бомбардировщики, представляете, как, не дай бог, если оно упадет. То есть вряд ли это именно такой будет линейная зависимость. Нам надо уничтожать почему российскую генерацию? Для того, чтобы уничтожить российскую экономику. Потому что на энергоносителях висит практически все производство России. Те же металлургические заводы, да тот же нефтеперерабатывающий комплекс и перекачивающий механизм. Они же тоже висят в основном на электронасосах. Они даже газовую трубу, это мы еще до сих пор газ палим для того, чтобы прокачивать газ по трубе. А россияне уже давно перешли на электронасосы. То есть, по большому счету, вырубив электрогенерацию, электрораспределение, мы ударим по российской экономике. Нефтедоллары не будут получать за металл деньги. За эти деньги не будут покупаться техника, рекруты, боеприпасы, то есть вот такой удар. А нам надо прикрывать свою энергетику, прикрывать максимально, не рассказывать сказки, что выделены миллиарды гривен на укрытие, а потом заходит атака и оказывается непонятно, куда эти миллиарды, кто их по карманам рассовал. Где эти укрытия, что они не укрыли, в конце концов. А надо, во-первых, укрытие, естественно, особенно на энергораспределение серьезное, которое прикроют хотя бы от шахедов. Та и от ракет тоже они прикрывают, да, потому что ракета все-таки русские, не точная ракета. Потому можно прикрыться железобетоном, распределительные станции и трансформаторы перекрыть. Плюс надо рассредотачиваться по энергогенерации. То есть уже давно надо было ставить газогенераторы, нам их передали несколько десятков штук, по-моему, ни одного еще до сих пор реально не запустили. Генерация должна быть рассредоточенная по территории. Ну, энергетики знают, как этим заниматься. Этим надо просто заниматься. На данный момент сказки слышим, выделенные деньги, ну, мы можем определить, сколько на карманах осталось, а генерацию пока реальная генерация никто не знает. Видання Wall Street Journal пише про те, що Росія перемістила 90% своїх літаків на військові бази за межами радіусу дії Атакамс. Попри посилені заклики України до США скасувати заборону на використання Атакамс у Росії та найбільший обстріл у війні цього тижня, адміністрація Байдена не планує змінювати свою позицію. Романе Григоровичу, що це означає? Що запуск Атакамс, знову ж таки, ну, буде на тому мінімальному впливі, який ми маємо на сьогодні?
Ну, мы же с вами об этом говорили. То есть пока россияне не доложат в Белый дом, что все, с 300 километров последний самолет улетел, и дальше можете отдавать украинцам разрешение бить атакамсами, потому что вас там давит Конгресс. Вот пока мы не увидим это разрешение. А потом самое интересное будет другой уже финт ушами, так называемый, от байденовской администрации. Скажут, так а зачем вам атакамсы, если там уже ни одного самолета на 300 километров нет? Вот и все. То есть это разводка. Байденовская, обамовская разводка, это Салливан, Бёрнс там участвуют с москвичами, они все это развели, так сказать, по направлениям. Надо эту тему, я думаю, уже оставлять. Толку от американцев, в этом, не от американцев, извиняюсь, от Белого дома, от Байдена, от этой администрации байденовской, не будет абсолютно никакого. Они с россиянами на короткой ноге, и они нас просто разводят. Вместе с россиянами байденская администрация Украину разводит. Нам надо просто производить свои ракеты, свои беспилотники в достаточном количестве, ставить на поток, убрать вот этих товарищей из Министерства обороны, которые носятся с кассовым разрывом, почему-то там поленыться миллион долларов стоит. Мы видим, как они начинают пропихивать эти цифры. Но не может стоить поленыться миллион долларов. Она должна стоить 1100-150. Это потолок. А когда начинают пропихивать, Федоров, по-моему, начал уже рассказывать сказку про миллион долларов крылатая ракета, так это цена чуть ли не крылатых ракет основных, тех же типа Storm Shadow, Scalpel, тех же Taurus, если считать ее себестоимость как таковую. Потому ребята, скорее всего, опять себе что-то решили нарахамить. Это у них называется кассовый разрыв. Почему у нас толком нет большого количества и толковых беспилотников и ракет? Потому что пока они не просунут свой кассовый разрыв, так называемый, мы не увидим большого количества ракет и дешевых в том числе. То есть нам надо именно эту тему развивать. Она разовьется, но в конце концов мы ракетная страна. Мы выпускали очень много ракет и крылатых, и баллистических. За Сатану мы уже с вами говорили, СС-18, 15 тысяч километров. То есть у нас есть вся эта база, у нас есть инженерно-технические составы. В принципе, мы можем все это сделать. И финансы у нас, в принципе, могут появиться, если они будут без кассового разрыва. То есть надо сначала вынести из Министерства обороны этих горе-чиновников, казнокрадов, а потом или вообще на Министерстве обороны крест поставить, отдать это все в частные руки с определенным финансовым потолком по производству. И это все пойдет. Поедет аж бегом, побегит, я вам больше скажу. У нас толковые частники, производство частное, и они им только определи конкретную цифру, они под эту цифру сделают шоу. Ви згадали Салівана, до речі, тоді запитаю одразу. Відомо, що він прилетів до Пекіну, видання New York Times пише про те, що ну, якби вони обговорюють там свої взаємовідносини між США та Китаєм, але все ж таки також мова йтиме і про війну в Україні. Що може нести нам цей візит? Ну, ничего хорошего однозначно. Китай проталкивает тему путинскую, замораживание боевых действий. А после того, как у Путина закончится боевой, так сказать, наплыв этот, который летний, это летняя военная кампания, как только у него резервы закончатся, они куда-то добегут, попытаются воткнуть какую-то деревяшку, написать «здесь был Вася», а дальше будут проталкивать это границы, по крайней мере, при замораживании боевых действий. Вот за этим туда и полетел Салливан. То есть этот механизм попытаться потом просунуть, китайский механизм просунуть через Киев. Ну, не получится у них. То есть эта тема в никуда называется. Почему? Потому что военно-политическое руководство Украины как минимум военная точно не захочет, а политическая просто побоится того же военной реакции военных на такого рода действия. И это максимум такой план, они могут себе засунуть друг другу в руки это вот, и потом почитать их. А толку от этого не будет. Давайте поговоримо про те, що відбувається у нас із мобілізацією та із ТЦК. От повідомлення від Волинського обласного ТЦК. До співробітників усіх ТЦК доведено, що у разі загрози життю слід одразу відкривати вогонь на поразку, жарти закінчилися. Передувало цьому 27 серпня вночі невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького ТЦК. У результаті нападу був поранений старший солдат, який зараз перебуває на лікуванні в госпіталі. Йдеться в повідомленні. І в ОК «Захід» поінформували, що солдати роти охорони відкрили вогонь у відповідь, але злочинцю вдалося
втекти. Народний депутат, один із Камельчук, зокрема, говорить про те, що ТЦК мають або реформуватися, або зникнути. Ну, ви про це також говорите у наших з вами спільних ефірах. Так куди ми тоді рухаємося, Роман Григорович? До чого все це може призвести? Як все це можна наразі ще виправити? Ну, в своє время, да и сейчас у меня осталось очень много друзей в ТЦК, раньше это были военкоматы, ну так сложилось, просто часть друзей моих военкомы, причем еще с прошлого тысячелетия, а с некоторыми воевали с Донбасса и вплоть до сегодняшнего времени. До сих пор у нас хорошие отношения, потому знаю, как ТЦК подставить, ну пусть это будет ТЦК, военкоматы, просто подставили политики. Почему подставили? Этим законом, который просунул Умеров, это же политический закон, это же не военная тема. То, что там когда-то при принятии этого закона притащили комбригов в Верховную Раду, они даже не знали, что их используют в качестве таких попок. Попользовались, поматрасили и бросили, называется. То еще комбриги в следующий раз заедут в Верховную Раду, они потом поговорят с теми, кто их туда притаскивал для проталкивания этого закона. Это политическая тема, в основном была связана она с попыткой опустить тот уровень доверия, который сейчас есть у общества к армии. Почему? Потому что, естественно, он может быть к одной плоскости. А если он есть к армии доверие, то, естественно, к политикам его просто нет. А естественно, доверие сейчас к политикам ниже плинтуса. И причем это на дне еще знатом кто-то постучит, их туда еще увалит. И вот политики пытались этим законом опорочить просто это отношение народа к армии, вообще к армейским институтам, через ТЦК. И ТЦК попали здесь вот просто в жернова, так называемые. Они используют сейчас, то есть политики, а это Умеров, это Шмыгаль, это же не проталкивали, это Верховная Рада, мы политики принимали. Кто что-то себе там с этого наарахамит однозначно, с этого закона, потому что сам по себе закон еще, то есть помимо того, что у него задача опустить имидж армии, и у него еще задача набить карманы, особенно через разные механизмы, опять же, связанные в том числе и с ТЦК. Мы это видим, прекрасно знаем, уже куча уголовных дел по крахоборничеству, плюс очень большой пласт сейчас снимается денег, так как в этом законе заложены некоторые механизмы, за которые тоже можно очень большую мзду получить этими канцелярскими мздунами, большую мзду получить с предприятий, которые пытаются попасть под бронь, естественно, бронируя своих сотрудников. Там очень большие цифры. Там рядом, ТЦК там рядом не стояло с теми цифрами, которые платят предприятия в Кабмин, непосредственно для того, чтобы попасть в эту когорту неприкасаемых. То есть вот этот механизм был запущен, и ТЦКшники здесь стали своеобразным заложниками ситуации. И их поставили в такие нормы, что с двух сторон получается. С одной стороны закон, а с другой стороны общество. И они пытаются отбиться сейчас, получается, исполняя дурные, бестолковые абсолютно нормы закона, пытаясь отбиться от общества. И сейчас они заложники. Оптимальный вариант, это вот правильно сейчас один из, я правда не знаю его, но очень грамотно, очень правильно, иногда повторяя наши с вами, мы второй год об этом говорим, ради бога пусть повторяют, хоть все вместе, не жалко. Нормы, о которых мы говорим, о том, что ТЦК действительно на данный момент уже нет другого механизма, вот просто его не существует. Как ТЦК должно просто пропасть. Как пропасть? Ну, там во-первых, 50-60 тысяч военнослужащих. Там очень серьезная база материальная. И там есть очень хорошие, толковые специалисты, именно специалисты своего дела, которые могут вести дела военнослужащих, начиная от приема, от первого личного дела и заканчивая передачей этого дела в архив. Это реальные специалисты, просто я о чем говорю, знаю прекрасно, лет 30 общаюсь, у меня друзья, говорю, что у меня друзья военкомы и часть такого рода специалистов. То есть их нельзя ни в коем случае потерять. Оптимальный вариант, как правильно сейчас нас уже ретранслирует этот депутат, оптимально это перевести ТЦК непосредственно в бригады, создав из них прямые рекрутинговые цели.
То есть любой ТЦК берете, вот сколько их у нас есть, там достаточное их количество, там не одна сотня ТЦК у нас есть сейчас. Берете соломенский ТЦК и переводите его полностью в управление, допустим, там 3-й штурмовой бригады, и это становится рекрутинговый центр 3-й штурмовой бригады за ТЦК, просто все забыли. Во-первых, спасем репутацию ТЦКшников, военных, которые там, 50 тысяч военных, которые попали в эти жернова, которые на себя взяли эту такую тяжелую ношу, так сказать. Спасем их репутацию, дальше они станут строй в бригадах, непосредственно в бригадах будут выполнять свои боевые задачи. Там комбриг определит им задачу. Бусики нужны будут, поверьте, не собирать с улиц бомжей, а в бригадах определят место, куда деть эти бусики. А специалисты, которые ведут дела, они непосредственно будут работать уже в самих рекрутинговых центрах при бригадах. Это лучший вариант на данный момент. Ну, естественно, это все у нас приведет к формированию профессиональной армии. Мы найдем, наконец, мотивированных и профпригодных. На время перехода, это вот где-то вот до полугода, наши силовики могут подставить плечо, и, в принципе, у нас достаточное количество войск есть в Нацгвардии, в пограничниках, в национальной полиции. Есть несколько структур, которые военизированы, также можно поставить в строй, и они сейчас могут подставить плечо, они уже это делают. Мы знаем, что и Нацгвардия воюет, и погранцы воюют, и нацполиция уже стала по кругу 10-30% пропускать через выполнение боевых действий. Потому, я думаю, такой ход будет правильным и грамотным. И мы забудем, наконец, за эту такую черную полосу в Министерстве обороны. А Министерство обороны также надо будет расформировать. Почему? Потому что бригады уже показали свою полную дееспособность в обеспечении себя полностью. Тем более, так сложилось, что намного больше доверяют непосредственно комбригу и поставкам всего и вся в бригады, чем Министерство обороны, понимая, что Министерство обороны – это старое советское гнездо коррупции. Его невозможно реформировать, его оптимально просто угробить. Поставить в строй, а кто сказал, не надо же всех расстрелять. Поставить в строй непосредственно в боевые части, там несколько тысяч человек, они усилят как раз, усилят направления те, по которым мы сейчас сыпем. Роман Григорович, давайте розглянемо кілька тез із прес-конференції президента Володимира Зеленського. Він, зокрема, сказав про те, що Україна готує комплексний документ до другого саміту, який відбудеться у листопаді. Також говорить про те, що Україна не піде на те, щоб віддати Російській Федерації 30% території та не готова обмінювати території в межах будь-яких переговорів. А що у нас тоді змінилося від початку першого саміту до другого саміту? З'явилася Курська спецоперація на території Курської області. Так, а що тоді може бути тоді у цьому ще документі? Якщо ми не йдемо ні на які уступки, і Російська Федерація взагалі говорила про те, що вона не буде присутня на цьому саміті. Що тоді там може бути в цьому документі? Первое, подача, я уже несколько раз говорил, вот это канцелярские крысы, которые иногда составляют, так сказать, речи, которые потом попадают в информационное поле. Что значит, мы не готовы или мы не будем отдавать 30% территории за что-то? А что, 29 будете отдавать? Или 27, или 25? Кто так составляет посыл? Нет в тех основных, основополагающих моментах, которые есть у военных, перед ответственности военных перед народом, в присяге военного, там четко написано суверенитет и территориальная целостность, полная, там не в процентах написано. То есть те крысы, которые пишут такого рода посылы, они абсолютно далеки вообще от тем военных, от тем той же конституциальности. То есть не понимают, о чем они вообще пишут. Как можно было? Вы же представляете, да, то есть 30% не отдадим, 29% отдадите. Это что, торг начинается? То есть и когда вот такие посылы заворачиваются уже в серьезные заявления, спрашивается, люди, которые писали, не люди, крысы, я же говорю, это крысы, которые писали такого рода заявления, они чем думают? Потому, естественно, и отношение ко всем этим действиям как таковым, и к этим мирным саммитам, и к первому, и второму, и к третьему, и к четвертому, они больше похожи
на попытку такого сценообразования. То есть кому-то не терпится выйти на какую-то сцену, с кем-то еще пофотографироваться, там же не дочекинились на первом саммите, давайте дочекинемся на втором. То есть фотографии потом внукам показывают. Больше от этих саммитов никакой вообще толка нет. Абсолютно. Никто никого сдавать не собирается. Украинское общество, армия украинская не сдаст и метра территории. Политики могут болтаться, как мусор в проруби. Ну, он у нас, Янукович, сдавал Украину. Вообще всю сдал, там чуть ли не пригласил российскую армию в Крым. Ну, так где Янукович? Ну, так это вот, вот это вот судьба политиков, которые будут сдавать украинскую территорию. Потому у них либо туда на Ростов сборы, либо они просто не будут это делать. А раз не будут это делать, а смысл тогда вообще этих посылок? Какие мирные саммиты? О чем вообще речь? То есть набор слов каких-то, не более того. А из того, что уже происходит, это вот, набор слов – это одно. А вот есть такое понятие, как действие. Говорить одно, делать другое. Так вот, из действий, по крайней мере, информация уже была подтверждена о том, что проводились переговоры об энергетической безопасности российских объектов. У нас объекты все энергетически уничтожены. А раз идут переговоры об энергетической безопасности, так это чьи объекты важны? Российские. То есть нам это зачем? А вообще эти всех переговорщиков по энергобезопасности российских объектов уже давным-давно по 111 статье контрразведка допрашивала. Это такой большой привет. Спростовував, Роман Григорович, перепрошую, я додам, Галущенко цю інформацію спростовував, міністр енергетики. Ну, вот он ее, с одной стороны, не подтвердил, и тут же параллельно идет подтверждение о том, что от того же президента, о том, что никто ничего не сорвал, Курская операция ничего не сорвала, были онлайн-переговоры. Они даже не знают, что говорит один и что подтверждает другой. Вот и все. Ну, президент конкретно сказал, Курская операция не сорвала никаких переговоров, они проводились в онлайн-режиме. Ну, так переговоры об энергобезопасности, еще раз говорю, у нас уничтожены все НПЗ, у нас уничтожена генерация, у нас вот этой по последним ударам уничтожены еще и основные системы перераспределения энергии, а у россиян все стоит, у них все работает. У них НПЗ работают, ни одна ракета, ни один беспилотник по НПЗ не летит. Новороссийский терминал работает, услуг работает. У НЕЧа качает нефть. То есть мы какую безопасность должны сейчас подтверждать? Российскую? Так вот эта вот группа, которая работала над вообще самой идеей энергобезопасности, они на кого работают? На Россию? Так а кто им должен заниматься? Контрразведка служб безопасности. Это контрикам Малюка. Большой привет. Ребята, где-то вы проспали, как минимум. То есть из той информации, которая есть в информационном потоке. І традиційно три бліц-запитання для вас підготувала. Скажіть, будь ласка, росіяни втрачають інтерес до Курської області? Ну, їм область як такова, вони її ж не видять, не розглядають як область. Тобто вони видять проблему, яку ми створили по этому направлению, но они не видят, что у нас стратегическая проблема. То есть это проблема тактическая для них, даже не оперативная. Потому они продолжают выполнение своей задачи по востоку страны, по востоку, то есть по восточному фронту. И они не остановятся. Что бы мы там ни проводили на Курском направлении на данный момент, они не остановятся по востоку. А сейчас уже мы начали работать по Белгородской области, я думаю, в ближайшее время Брянская область пойдет. Но для россиян это тактическая проблема. Почему? Потому что, ну, зашли мы на 10 километров, на 20, на 3, на 30, на 100 километров зайдем, а у них 10 тысяч километров территории. Что для них эта область? Потому они к ней, у них и не было интереса как такового. Ну, потому они ничего на данный момент и не теряют. Два шведских аваксы, переданных Украине, они влияют на перебег войны? Пока их не видно. То есть для того, чтобы они как-то работали, они должны работать, они сами работать не могут. То есть это дополнительное, это РТВ, радиотехнические войска, так называемые, только локаторы, которые летают. Да, они видят там на 300 километров сверху вниз, то есть у них нет радиогоризонта как такового. То есть и на фоне Земли видят практически все низколетящие цели. Но им надо эту информацию куда-то передавать. F-16 нескольким эскадрильям, а у нас всего, по-моему, несколько самолетов.
либо тем же Патриотам с большими дальностями, или СМТ, которые должны быть развернуты, допустим, вдоль линии границы. У нас ни одного там не развернуто, у нас все практически спрятано. Может, там где-то болтается несколько пусковых установок в режиме блуждающих Патриотов, не более того. Потому на данный момент пока, это ж, помните, мы говорили, это триада должна быть. Это должно быть и в 16-е Патриоты, и в шведские Аваксы. Ну, пусть будет так. Это самолеты ДРЛО, дальнее радиолокационное обнаружение. Вот когда они будут в этой триаде, вот тогда мы их увидим, их работу. Причем их работа будет видна за счет уничтожения российских воздушных целей. Президент каже, що ми нарощуємо виробництво дронів і реально вийти на 1,5-2 мільйони дронів на рік. Ви бачите ефект від цього на фронті? Мы уже как-то считали, ну что такое миллион дронов в год? Это примерно 3000 дронов в сутки, там 2700, но разделите миллион на 365, точно получите. Чуть меньше 3000 в сутки. А что такое 1,5-2 миллиона по году? Ну так это сколько? 6-5 тысяч в сутки дронов? Не верю. Ну вот просто не верю, по-станиславскому. Вот не верю пока этим заявлениям. Если мы будем получать 5000 дронов в сутки, или получали бы в течение, допустим, хотя бы года, мы бы уже где-то были за Волгой с таким количеством дронов.